Операторам контакт-центра ЖКХ приходится вести однотипные диалоги снова и снова. Они выгорают, часто ошибаются, а их труд становится все дороже для компании. Мы создали решение виртуального оператора для ЖКХ. Оно позволит снизить затраты на операторов в 2 раза и автоматизировать наиболее частые коммуникации с жильцами. Вот простой пример. Жильцы задолжали по коммунальным услугам. Пока они не погасят долг, управляющая компания регулярно звонит им, напоминает о задолженности и просит сообщить примерную дату погашения. Добрый день. Это управляющая компания Just AI. Меня зовут Алена. Могу я услышать Михайлову Марию? Ее сейчас нет, это сестра ее. А что мне передать? Виртуальный оператор получает из учетной системы нужные данные: имя клиента, сумму долга и за что был начислен долг. Задача робота – уточнить, кто взял трубку и доставлено ли сообщение. Могу я задать вам вопрос по оплате услуг ЖКХ? Ну, давайте. По вашему адресу имеется задолженность в размере 1556 рублей. Да, я знаю, уточните. Когда собеседник перебивает виртуального оператора, тот мгновенно определяет, почему так произошло. Он не реагирует на фоновый шум и междометия типа «ага» и «угу». Оператор обрабатывает только реплики абонента. Не могли бы вы уточнить, когда именно вы сможете погасить задолженность? Ну, в следующий понедельник я оплачу. Спасибо за информацию. Всего доброго. Виртуальный оператор понимает, что клиенту известно о задолженности, но он пока еще не погасил ее. Поэтому оператор запрашивает дату погашения. Виртуальный оператор для ЖКХ. Ищите это решение в Just AI Solution Store.